Мы часто рассказываем о детях, которым нужна семья. И сейчас мы расскажем о девочке Ксюше. Она родилась в ноябре 2013 года. Ксюша – маленькое солнечное чудо. В силу особенностей диагноза девочка развивается с отставанием. Но, несмотря на это, она делает успехи. Ксюша кратковременно фиксирует взгляд на лице взрослого. В положении лежа на животе удерживает голову. Пока недолго, несколько секунд. Но она очень старается. Пока не удалось вызвать ответную улыбку малышке, но любовь, забота и ласка очень скоро, несомненно, станут залогом первой эмоциональной реакции. Ксюша очень нуждается в любящей, терпеливой семье. Не дайте судьбе снова совершить ошибку. Помогите Ксюше обрести счастье.